Что женщине нужно для полного счастья? Приятных сюрпризов как можно почаще. Подруг и друзей, мексиканских страстей. Свекровь, чтоб жила за 39 земель. Фух. Духов и бриллиантов, от мужа внимание. И женскую логику, ее понимание. Еще чтоб фигуру не портили торты. Чтоб были как раз сексуальные шорты. Еще можно много всего пожелать, но мы поспешим женский день отмечать. Ведь главное, девочки, помнить всегда, ведь вы идеальны в любые года. С праздником!